Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас Ultra HD телевизор Sony 55XF8596 2018 года выпуска. Как актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень благодарен, если вы поставите лайк этому видео. Диагональ экрана 55 дюймов, разрешение Ultra HD 3840 на 2160, подсветка Edge LED, матрица IPS, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц. Один чип — невероятная реалистичность. Благодаря технологиям Object-Based HDR Remaster и Super Bitmapping 4K HDR 4K HDR процессор X1 делает текстуры более детализированными, а также усиливает глубину и естественность цветов. Более яркие цвета делают изображение невероятно реалистичным. Super Bitmapping 4K HDR. Вы когда-нибудь любовались закатом? Это невероятное сочетание тысяч тонов, оттенков и цветовых переходов сложно воспроизвести, но технология Super Bitmapping 4K HDR способна передать их все. Она создает плавное реалистичное изображение высокого качества на экране 4K телевизора и предотвращает сегментирование картинки, что не всегда удается другим телевизорам. Технология Object-Based HDR Remaster анализирует цвета отдельных объектов и корректирует их контрастность. Этим телевизоры выгодно отличаются от обычных, которые регулируют контрастность только по одной кривой черно-белых тонов. Индивидуальная обработка элементов делает текстуры детальнее, усиливает глубину и реалистичность изображения. Красочное изображение, которое оживает. Технология Triluminous Display способна воспроизводить широкую гамму живых цветов, и изображение на экране приобретает более реалистичные тона и оттенки. С 4K X-Reality Pro разрешение каждого изображения повышается, чтобы максимально приблизить его к качеству 4K и добиться невероятной четкости. Качество изображения улучшается в режиме реального времени, обеспечивая тонкую проработку деталей. Motion Flow XR 1000 Гц обеспечивает плавность динамических сцен. Оцените плавность и высокую степень детализации даже в самых динамичных сценах с быстрой сменой планов благодаря Motion Flow XR. Эта инновационная технология создает и добавляет дополнительные кадры между исходными кадрами видео. Специальный алгоритм сопоставляет ключевые составляющие изображения в последовательных кадрах и вычисляет недостающие фазы движения в имеющейся последовательности. Кроме того, некоторые модели поддерживают функцию вставки черного кадра, что позволяет добиться настоящего кинематографического качества и полностью избавиться от размытия. Захватывающее развлечение в 4K HDR. Этот телевизор подарит вам невероятное удовольствие от фильмов и игр в 4K HDR. Он поддерживает различные форматы HDR, в частности HDR10 и гибрид Log Gamma. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра Ultra HD контента с данной модели телевизора — 232 см. Этот тонкий и стильный телевизор 4K HDR с узкой рамкой, имитирующий алюминиевое покрытие, не только займет минимум пространства, но и гармонично впишется в интерьер. А благодаря продуманной системе укладки кабели будут максимально скрыты спереди. Спрячьте кабели в подставку и соберите их вместе с помощью специального держателя для кабелей из комплекта поставки. Размеры телевизора — 124 см в ширину, 71 см в высоту, толщина — 5,2 см, вес — 19,1 кг, цвет — черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 300 на 300. Стандартные разъемы, которыми оснащен телевизор. Один разъем для локальной сети, один композитный, один компонентный, 4 HDMI 2.0, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, один выход для аудио и наушников 3,5 мм, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ТВ, один слот CI+, 1.3. Присутствует один оптический аудиовыход – Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Операционная система Android 7.0 с планируемым обновлением до Android 8.0. Google Play – бесконечное разнообразие контента и приложений. Открывайте для себя фильмы, телепередачи, игры и многое другое на Google Play. Оцените огромный выбор приложений на экране телевизора в новом свете. Найдет, что скажете. В новом телевизоре 4K HDR с Android TV имеется передовая система управления голосом. Теперь вы можете искать фильмы и телепередачи в приложениях и на каналах вещания, просто произнеся их название. Голосовой поиск. Скажите, что вы хотите посмотреть. Тратьте меньше времени на поиск контента, уделите больше времени просмотру. Функция голосового поиска в Android TV позволяет пользоваться мощными поисковыми возможностями Google и находить контент, предлагаемый различными сервисами, без лишних усилий и без необходимости текстового ввода запроса. Вы также можете получать рекомендации, например, по запросу «Романтические комедии» вам будет показан список вариантов. Какая сегодня погода? Прогноз на сегодня 8 градусов дождь.
Возможность подключения по Bluetooth. Подключайте к телевизору совместимые устройства с поддержкой Bluetooth, чтобы получить беспроводной доступ к развлечениям. А подключив наушники с поддержкой Bluetooth или Bravia, вы сможете без помех наслаждаться любимыми телепередачами и музыкой, где вам удобно. Транслируйте контент на большой экран с поддержкой Chromecast. С помощью встроенной технологии Chromecast можно транслировать видео, игры и приложения с мобильного устройства на экран телевизора без потери качества. Для этого просто коснитесь кнопки трансляции Cast на экране вашего устройства Android или iOS и продолжайте пользоваться смартфоном или планшетом, как вы привыкли. Превратите свой телевизор в цифровое устройство записи USB HDD Rack. Храните любимые телепередачи на внешнем жестком диске USB и смотрите их, когда вам этого захочется. Функция USB HDD Rack позволяет выполнять запись в одно касание и по таймеру записи цифрового вещания на любой внешний жесткий диск с портом USB и емкостью памяти до 2 ТБ. Во время просмотра телепередачи просто нажмите кнопку REC, чтобы начать запись. Она будет автоматически остановлена по окончании программы. Наслаждайтесь играми с PlayStation в HDR-качестве. Телевизоры 4K HDR от Sony создают идеальный тандем с консолями PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Благодаря четким текстурам и ярким насыщенным цветам вы сможете получить настоящее удовольствие от игры. Input lag при разрешении 1080p достигает 13,1 миллисекунды, а при разрешении экрана 4K до 30 миллисекунд. Реалистичность звука наравне с реалистичностью изображения. Clear Audio Plus позволяет оптимизировать звук телевизора для еще более полного погружения и яркости переживаний. Наслаждайтесь музыкой, диалогами и звуковыми эффектами в еще лучшем качестве. Кинематографический звук S-Force Front Surround. Переживите полный эффект присутствия благодаря богатству деталей звуковой сцены. Технология объемного звучания S-Force Front Surround симулирует нейронные процессы, создавая объемный реалистичный звук с задержкой звучания и широким спектром звуковых волн. Этого удается достичь всего лишь с помощью правого и левого звуковых каналов. Эмуляция естественного звучания трехмерного звукового поля для полного погружения в объемный звук без установки полноценной акустической системы. Технология DZI воспроизводит цифровую музыку во всех деталях. Интернет-видео низкого разрешения, а также телепередачи в записи и сжатые аудиофайлы не всегда имеют желаемое качество звучания. Большое количество данных теряется при цифровом сжатии аудио. Технология улучшения цифрового звука DZI позволяет восстановить потерянные при сжатии частоты, в особенности высокие частоты, обеспечивая естественность звучания и расширяя звуковую сцену. Выходная мощность 20 Вт, 2 по 10 Вт динамика, поддерживает Dolby Digital Plus. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и не нашел ни одного отрицательного отзыва. Но я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам о положительных сторонах. Изображение сверхвысокого качества. Очень быстрый смарт-ТВ на андроиде. Приложения не тупят, картинка не фризит. Даже в 4К кубиками изображение не идет, но у меня 100 мегабит в секунду скорость. Звук очень хорош, модель просто идеальная. Отличная сочная картинка, цвета мне очень понравились, они яркие и натуральные. Удобно, что оболочка привычная всем андроид. Приложений масса, практически без рамок. Недавно купил, пока доволен качеством изображения. Возможно, вы станете владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о телевизоре. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель телевизора вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!